друзья, с вами Павел, и сегодня я хотел бы показать вам, как поставить свой значок на видео. Для начала заходим на свой канал. Если у вас надо в компьютерный YouTube через планшет, если вы хотите зайти. Если у вас так вылезает, вы нажимаете вот сюда и версии для ПК нажимаете. Выбирайте этот интернет. И вот. У вас компьютер на YouTube. Теперь заходим. Так. Менеджер видео. Выбираем, например, любое видео. Ой, как-то странно сказал, но. Вот. Вот это я возьму. Изменить. И вот, и вот тут у вас должен быть написано свой значок. Если у вас это не вылезает, то поменяйте на другую страну. Это можно сделать тут. Ой, так, вот тут. Так. Тут дополнительно. Дополнительно. И вот тут страну выбираете. Ну, у меня вылезает, я не знаю, как у вас. Вы поменяйте, попробуйте на Австралию, кажется. Или на США. Должно вылезти. Но если вам помогло это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Видео очень скоро выйдет. Может, завтра. Пока.